Сегодня мы начинаем курс обучения волейболу для взрослых. Вот главный ученик Сергей Финт. Подопытный кролик. Сергей Финт, ну расскажи себе немножко, занимался ли ты раньше волейболом? Не, я никогда, только благодаря Жене, как бы узнал об этом спорте. Ну вот, надеюсь, немножко научат меня основным элементом волейбола. Сколько тебе лет, скажи зрителям? Ну, мне уже 56-й год. Вот, то есть для обучения волейбола в данном случае все возрасты покорны. Пускай человеку 55 лет, но я думаю, успехи будет налицо. Посмотрим. Посмотрим. Ну все, спасибо. Спасибо за то, что приняли участие в этом эксперименте. Ну попробуем. Ждем Юрия Георгиевича Беляева, который нам будет показывать азы волейбольного мастерства. Вот идет Юрий Георгиевич Беляев. Тренер с более чем 30-летним стажем. Имеет воспитанников... 40-летний. Даже 40-летним, видите, 40-летним стажем. Имеет воспитанников, которые играли в суперлиге российского волейбола. Там Женя Соков, да, Евгений Соков, чемпион Европы среди молодежи. И вот такой тренер будет нас обучать, точнее будет обучать Сергея Финка. Вот покажет азы волейбола. То есть будет обучать взрослого человека, как правильно играть в волейбол. Ну, начнем с чего, Юрий Георгиевич? Начнем с показа. Ну, чтобы освоить верхнюю передачу, надо объяснить людям, как стоят пальчики на волейбольном мяче. Значит, это надо просто показать. Для начала, значит, вот с новеньким мячом, вот, надо так, чтобы мяч волейбольный лежал в корзиночке, пальчики растопыренные, обхватывают полностью мяч со всех сторон, большие пальчики примерно на расстоянии вот 3-5 сантиметров находятся, и чтобы они смотрели за голову. Вообще все пальчики должны смотреть за голову. Ну, начальное обучение происходит у нас не с волейбольным мячом, а с набивным. Потому что набивной мяч тяжелый, а наша задача сделать так, чтобы все пальцы, в том числе и большие, особенно большие, смотрели за голову. Что мяч своей тяжестью давит на пальчики, и они, значит, занимают правильную позицию. Потому что ошибка часто бывает такого плана, когда передачу делают, то... Значит, большие пальчики торчат вверх и мешают делать передачу. Вот это, в общем-то, защитные реакции организма, так сказать. Но это как раз и заключается в этом вся ошибка. А надо, чтобы пальчики стояли на месте. Вот здесь внизу. И для этого мы берем набивной мяч и самое простое упражнение. Ну, про ноги говорить мы пока не будем. Ноги должны стоять так, чтобы, значит, они... В общем, левая ножка чуть-чуть была впереди, а правая чуть-чуть сзади. Носочек правой ноги напротив пяточки левой ноги. Вот примерно такое положение. Из этого положения просто мячик выталкиваем вверх и правильно ловим в эту корзиночку. Вот мячик падает, большие пальчики прижимает, и они становятся на место. Вот это упражнение такое как раз дается для этого. Насчет расстояния, которое занимает локти. Локти должны быть на ширине плеч. Если их широко разводить, то большие пальцы сразу уходят и на свое место, они уходят туда под мяч, и получается мяч нечем, по сути, и толкать. Потому что большие пальцы самую главную роль здесь выполняют. Они мяч выталкивают туда, нагрузку на себя самую большую несут. Если локти сделать вот такими узкими, то это будет еще неудобней. Значит, передача вообще не будет стоять, потому что локти не будут работать. Мяч не будет правильно ловиться. Так. Может, попробовать дадим, чтобы пока сказать. Три элемента, значит. Сначала, да? Ну да. Ну, да. А вы да. Поправьте, как шундом. Правильно. Ну, для начала просто правильно ловить, да. Мяч выталкивать ножками и правильно ловить в эту корзиночку. Смотрите за локтями. Так, за локтями. Левая ножка впереди. Вот. Носочки смотрят вперед. Так. Локоточки чуть согнутые. Значит, правая ножка сгибается, мяч выталкивается, ловится в коленочку. Так.
Самое главное, чтобы мяч в корзиночку падал, чтобы кисти смотрели в потолок. Потому что для начала, а потом уже, когда научимся делать передачу, там уже кисти будут работать. Что не так? Как для первого раза? Все нормально. Так, теперь у стеночки. У стеночки то же самое. Левая ножка впереди, поближе к стене, поближе, чтобы передача была вверх. Так, ну можно вот в эту стеночку, можно повыше. Если малыши, то не пониже. Так. Тоже за большими пальчиками смотреть, чтобы расстояние было. Так, так, так. Корзиночка, ладони, чтобы потолок смотрели. Локти на ширине плеч. Так, правая ножка работает, левая стоит. Так, фиксируем. Мяч вытолкнули и зафиксировали. Немножко подержали подольше это положение. Так. Тут все сводится к тому, что пока мяч просто толкаем правильно и правильно ловим в корзину. До волейбола еще пока далековато, потому что сначала ставится, значит, верхняя передача. Потом берем мяч уже полегче. Можно взять футбольный мячик. Футбольный. И то же самое можно проделать футбольным мячом. Тоже стеночки поближе. Здесь уже можно чуть-чуть, значит, мячик побыстрее от него избавляться. Так, ноги, самые главные ноги. Потому что верхние и нижние передачи, самое главное это работа ног. Руки нужны для правильного направления. Руки фиксируем и секундочку задерживаем, чтобы мяч делал опять ладошки чуть-чуть повыше, да. Ладошки чуть повыше потолок, чтобы мяч не скатывался. Так, левые носочки вперед. Так. Так. Переходим к волейбольному. То же самое делаем с волейбольным мячом. Здесь уже надо сказать, чтобы, значит, мяч не задерживался, а чуть-чуть его надо, значит, толкать побыстрее. Но не забывать про технику. Поближе пока у стеночки. Передача идет вверх, не перед собой. Надо представить себе, что сетка висит. Так, чуть-чуть подальше отошел. Вот в эту стеночку попробуем. Чуть повыше, да. Так. Так, а теперь то же самое, значит, футбольным мячом, допустим. Передачка над собой, передачка в стеночку. Передачка над собой, передачка в стеночку. Над собой. И второй раз туда. Оба раза ноги работают. Ну, мяч на левой руке. Обычно можно по-другому сделать. Значит, мяч на левой руке, исходное положение. А правая половинка находится вверху. Мяч левой рукой подкидываем, вбиваем, толкаем. Опять над собой поймали, допустим. Над собой поймали. Правую половинку приготовили, левой кидаем. Левой кинули, передача. Или потом над собой стеночку. Опять над собой стеночку. И потом сразу, допустим, передача. Подкинул передачу. Левой рукой кидаем. Заодно учим и подачу подавать. Потому что это, в общем, похоже на исходное положение при подаче. Только ладошка находится в другой позиции. Я левша. А? Я левша. Левша. Кто левша, все делает правой рукой. И, соответственно, нога стоит у стеночки правая впереди, если левша. Это тоже исходное положение на будущее. Так. Так. Правой ручкой, левой приготовить корзиночку, половиночку. Так, пальчики. Так, правую приставить. Так, туда. Угу. Над собой. Над собой стеночку. Ну, это исходно, это просто над собой, чтобы мяч зафиксировать. А следующее упражнение сразу подкинул. Передача в стеночку. Стеночка повыше здесь.
Вот можно к мишеньке подойти. Можно найти мишеньку или нарисовать круглую мишеньку или какую мишеньку. Передача была поточнее мишеньки. На точность. Так, руки. Левый не забывай. Вот левый не забывай. Правый приставить корзиночку сделать. Ну, правая рука лучше вот здесь, чтобы она вот отсюда кидала. Чтобы она басочек. И передачка опять кинул. Передачка. Так. Корзиночка. Кисточка в потолок. Ладошки в потолок. Вас снимаю. Волейбольный мяч можно взять. То же самое. У стеночки подкинуть. Так, передачка. Так, ноги работают, не забываем. Правая нога перед ней, что не пша. Левая нога работает. Левая нога разгибается. А правая устойчиво стоит. Носочки вперед. Вот оба носочка вперед. Так. Ну, с перемещением немножко передачку у стеночки. Или сразу у стеночки передачку на точность. Подходишь и точно набиваешь стеночку. Вот мишеньку в данном случае, да. Ну, для начала можно без мишеньки, а потом уже, если работать на точности, уже можно найти ориентиры. Набиваем. Левая нога работает, левая сзади. Левая левшей, левая нога сзади, правая впереди. Правшей наоборот. Левая ножка впереди, подъем механики. Правая сзади. Так, руки. Вся передача идет за счет работы ног. Руки как можно меньше работают. В локтях разгибаются, чтобы было плавное, так сказать, движение. Ручки повыше, кисти выше головы. Кисти выше головы набиваются. Руки не убираем, а вот держим на уровне плеч, на ширине плеч, локти. Левая нога опять сзади, правая нога впереди. Правая нога впереди, выше. Поближе встать можно стеночку и набивать на точность. Так. Ноги работают активнее. Каждый раз, ну, стеночки немножко, может, низковато. Я правша, у меня левая нога впереди, у левшей правая. По сути, левая ножка работает. Набиваем. Руки как можно ближе к другу, локоточки на ширине плеч. Руки никуда не убираются. Просто передача фиксируется, вот это положение желательно фиксировать. Чем выше руки, тем лучше. Немножко работает только локти разгибаются. Корзиночку, пальчики большие вместе, сердечко, можно ориентир такое сердечко, чтобы было видно, идеальное положение, сердечко, это уже широко, это узко, локоточки на шнепле, все, локти работают, а кисти жестко стоят, пальчики напряженные, запястье надо напрячь, суставчик. Ну, потом, допустим, парочками, вдвоем. Становимся на против и пробуем жонглировать, так сказать, друг другу передачу. То же самое, подкину, снимаем над собой, да, передачу сделаем. Первый раз над собой, второй передачу партнера. Держал. Руки в сторону.
ширине плеч, удержал, мяч полетел через сетку, но выше до начала. Исходный, можно просто кидать. Или двумя руками можно кидать. Дальше простой набрасывание, допустим, я набрасываю, вы делаете над собой передачу, такую передачу мне. Первый раз себе, набиваю на второй мне. Над собой раз, второй мне. Над собой, ногами еще раз. Фиксируй, удержать лучше подольше, удержать подольше. Заданием поработать, самое главное, с набивным мячом. Потому что если набивной мяч уже чувствует, что он, значит, в состоянии правильной ладошки стоят, кисти, так, то можно переходить к волейбольному. А пока, значит, набивной мяч ловится неправильно, так, если пока еще не ощущаешь, что ты правильно его ловишь, когда тренер, допустим, еще подсказывает ошибки, то к волейбольному мячу переходить рановато. Волейбольный мяч надо уже ставить, когда уже поставлена передача с набивным. Юрий Георгиевич, то есть Сергей пока набивным мячом, чтобы пальчики стали нужными. Да. Постановка рук сначала с набивным мячом, пока работа ног. Самое главное при верхней передаче, это не сколько вот это положение кистей, сколько работа ног, чтобы вот именно координация, чтобы была, чтобы ножки работали вместе, значит, все было слито. Ноги, руки, передача. Ну, давайте мы на сегодня закончим, потому что сейчас будет тренировка, да, и потом продолжим уже с нижней передачи. Он дома потренируется, вам покажет, что у него спасибо получилось. Прием. Ну, давай еще. Прием, меня чего слышно? Ну, шлепок идет, то есть не мягкий такой шлепок. Мягкая передача не получается совсем. Ну, такая, ты же только начал, поэтому. Понятно. Ну как первое впечатление от тренировки? Ну конечно, понятно, но еще бы это все освоить и зафиксировать. Ну, все будет хорошо. Да.